Уровень значимости нефтегазового комплекса и наших территорий, уровень проблем возникающих, заставляет нас обсуждать темы и вырабатывать решения сегодняшним вызовам. Прекрасные конференции последние прошли в Салехарде, 2 июня, в том числе такая международная, как связанная с Арктикой. Идут рассмотрения программ на уровне компаний, но многие вопросы даже великие компании не смогут решить сами. Нужна консолидированная позиция и позиция, в первую очередь, территории большой линии. Сегодняшняя встреча также значительна. Мы не рассмотрим и тем более не ответим на все вопросы нефтегазового комплекса и Тюменской области в одном или там, в двух днях. Но я бы задал тенденцию сегодняшнего форума, и в этом я поддерживаю явно администрацию как организатор, и то, что мы сегодня увидели, это дать комплексно обсуждение именно инновационно в Тюмени. Понимая под инновационностью вопросы от экономики, организационных форм до технологий, а под комплексностью, в первую очередь, интересы жителей такой большой, сложной, разнообразной территории и по географии, и по природным условиям, и по территориальному строительству.